Привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Мила и мой помощник, рабочий пистолет горячий. Сегодня я хочу сделать хрустальные ягодки с веточками. Итак, включила свет, чтобы хорошо было видно, что мы будем делать сегодня. Итак, я возьму вот такую ленту. Я вам показывала. Они продаются в магазине Теди в катушках или просто сделанной бантом. Итак, пойдем по порядку. Отрезаю ленту 8 сантиметров, сворачиваю ее пополам и вырезаю листик. Здесь угол, двигаюсь к центру, от центра отступаю здесь миллиметров 7, закругляю и опять ухожу наискосок в уголок. Получается вот такой листик. От обрезанного края я отрезаю вот эту вот металлическую ленточку, нагреваю пистолет с горячим клеем и буду приклеивать ленточку к листику. Промажу где-то одну треть и здесь вот незрачная сторона к лицевой стороне приклеиваю по центру. У меня коврик силиконовый, поэтому ничего к нему не прилипает. Ага, не прилипает. Ну да, горячий клей, понятно. В общем, приклеиваем к листику. Теперь я беру вот такие мелкие блестки, тоже продаются в магазине Тези. Тут какие-то сиреневенькие, розовенькие цвета, голубые, похожие на хрусталек. Высыпаю в емкость. Можно использовать белый, можно тоже серебряные блестки, если нет уже никаких. Итак, листик делаем хрустальным. По краю прохожусь горячим клеем. И вот здесь по центру до конца тоже. Посыпаю блестками все это, чтобы у нас получился такой хрустальный листочек. Лишнее смахну. Убираем вот эти нитки. Получается вот такой вот листик. Блескучий, красивый. Сейчас он сильно мягкий. Когда высохнет, он становится такой плотный. Видите? Беру таких три листика. Накладываю краем вот к этому центру. Вот так. Придерживаю и ниже где-то сантиметра на сантиметр полтора скручиваю. Также и с этой стороны тоже прикладываю этой стороной к центру и скручиваю все вместе таким вот образом. Теперь откладываю веточку пока в сторону. Беру вот эти обрезки. Мне опять нужны металлические эти вот палочки, которые проходят по краю. Или металлическая кайма, отделка, как хотите называйте. Две штучки. Беру шпажку. Можно пасту от ручки, что-то тоненькое. И закручиваю край. Закручиваю край. Где-то половина, наверное. Вытаскиваю. И придаю немножко форму. Так, округляю. Делаю такую же вторую детальку. Теперь промазываю вот эту сторону горячим клеем и склеиваю две детали вместе вот таким вот образом. Кто работает со мной, будьте осторожны. Берегите свои ручки, клей очень горячий. Поправляю. Теперь приклеиваю одну вот с этой стороны, промазываю где-то половину, здесь снизу промазываю
приклеиваю на левый листочек и также на правый. Теперь склеиваю их здесь вместе. Аккуратненько, осторожненько. И да, не забывайте еще вот о чем. Это все-таки фольга, и она нагревается. Получается вот так. С кудряшками у нас. Теперь делаем ягодки. Я беру белую флористическую проволоку. Она где-то у меня 30-35 сантиметров. Разрезаю пополам. Беру, отрываю ленточку фольги, примерно 8 сантиметров. Можно отрезать. Разрываю пополам и еще раз пополам. Кусочек вот так сминаю гармошкой или бабочкой. Беру проволоку. Проволоку, кстати, можно взять в электрической обмотке, да, в электрическом проводе. То есть, вот, если он вам не нужен, старый. Теперь эту бабочку вот так согнула. Концы хорошенько закручиваю друг с дружкой. Получается вот такая деталь. Теперь я заворачиваю и делаю, придаю форму шарика, плотненького шарика. Со всех сторон обминаю и формирую шарик. Затем, когда шарик у нас готов, беру горячий клей. И беру вот эти у меня блестки вот такие, как я говорила, с цветными блестками. А у меня еще есть другие. Выглядят они вот так. Там есть и блестящие, и какие-то такие прозрачные. В общем, это очень легкие блестки, похоже, сделаны из клеенки, что ли, какой-то. Вот. Очень легкие. Итак, беру их. Они отличаются, эти вот цветные, а эти белые с серебром. Можно взять просто серебряные блестки, да, если у вас нет, можно взять просто белые. Итак, что я делаю? Я эту ягодку заливаю клеем. Будущую ягодку нашу заливаю клеем. И носиком вот так вот хорошенько распределяю все. Распределяю и макаю в эти блестки. Хорошенечко. Таким вот образом набираю. Немножко подожду, потому что клей горячий. И сейчас буду формировать, у меня приклеятся пальцы. И очень медленно, потихонечку, еле касаясь, формирую шарик. Лишнее у нас упадет. Вот. Получается хрустальная такая ягодка. Симпатичная. Если где-то у вас получились залысины, вы видите, да? Например, здесь вот у меня немножко. Можно капельку такую поставить. И снова туда. И все это хорошенечко придавить. Лишнее осыпаем. Можно побрызгать лаком для волос. Ну, у меня они так очень крепко держатся. Я как сказала, уже они легкие, поэтому... Так, таких делаем 5-7 штук по вашему желанию, как вам нравится. Получаются вот такие хрустальные ягодки. Они на самом деле вот здесь более серебряные, да, на камеру. На самом деле они намного белее. Вот, действительно как хрустальные. Теперь что мы делаем? Мы ставим по росту одну выше, эту ниже на 3 сантиметра, перекручиваем. С другой стороны подставляю еще одну, опять также на 3 сантиметра ниже, перекручиваю. Еще одну опять ниже, скручиваю все вместе. Ну, чем тоньше проволока, тем легче будет скручивать это все. У меня она более толстая, она у меня 0,7
проволока. Можно взять 0,5. Будет легче еще работать, если вы будете покупать, имейте в виду, да? 0,5. Можно покупать в интернет-магазинах. И в магазинах все для творчества, для рукоделия. Вот, получилась веточка с ягодками. Теперь посмотрите, у нас видно проволоку, да? Некрасиво. Что я делаю? Я беру опять вот эти вот цветные блестки. Опять хочу вам сказать, можете взять серебряные, можете взять белые. Проливаю с этой стороны каждую веточку клеем. Сейчас будет у нас ветка такая заснеженная. И сверху вот так вот посыпаю блестками. Так, смахиваю лишнее. Разворачиваю другой стороной. Опять промазываю клеем. И опять посыпаю блестками. Я не макаю, потому что ветка будет очень-очень толстая. Поэтому посыпаю. Даем все это высохнуть. И когда клей уже схватился, то почистим нашу веточку. Вот здесь вот у нас вот нитки тянутся. Убираю эти нитки. Все. Вот эти блестки лишние. Тоже чистим. Немножко так вот придаем форму, слегка касаясь. И теперь что я делаю? Я беру веточку, вот этот листик отодвигаю вперед, центральный назад, и вставляю сзади веточку вот таким вот образом. Теперь задний лист придвигаю. Здесь я вот расправляю так, чтобы веточка оказалась у меня спереди. Так, кудряшки расправим. Теперь регулируем, выше веточку делаем или ниже. Крепко я держу вот здесь. Снизу начинаю скручивать все вместе. Туго скручиваю. Насколько это возможно, выравниваю таким образом. Так, теперь я поливаю опять клеем и закрываем все это некрасивое место, посыпая опять блестками. Посыпаем блестками. Получается аккуратненькая веточка, правда толстенькая, ничего страшного. Зато красивая. И с левой стороны точно так же. Все, где у нас что виднеется, скручивание, вот это все некрасивое, мы закрываем, выравниваем клеем. И опять посыпаю блестками. Получается аккуратно. Вот видите, что тянется. Вот это все надо убрать. Все это будет мешать, это когда клей капает. Или задеваешь, получается, вот так. Видите, вот. Это все надо убрать. Смотрим, если где-то есть залысины. Что-то нам не нравится. Можно опять капнуть капельку клея. И посыпать блестками. Получается хрустальная, воздушная ветка. С кудряшками, с такими. Я сделала таких две. Сейчас покажу. Вот еще одна такая. Здесь у меня ягодки немножко в стороне. А листья смотрят вправо. Ну, а здесь листья по центру. Как вам нравится, можно так и так сделать. Пожалуйста, можно удвигать их в другую сторону. И получится вот так. Все это выровнять, распределить. Можно сделать, например, несколько таких веток, да. Вот таким вот образом, наискосок, плести. Ну, мне нравятся такие веточки. Очень красивые, блескучие, правда, как хрусталь.
И вот такие хрустальные веточки у нас получаются. Если вам нравится, делайте, украшайте свой интерьер. Это одна. И вот так смотрится вторая. Девочки просили сделать веточки красивые или цветы. Кстати, из этих веточек можно собрать и хрустальный цветок. Если вместе соединить, например, их, да, то получится хрустальный цветок. Вот такую красоту мы с вами сегодня сделали. Действительно, все переливается и блестит, как будто из хрусталя. Пишите свои отзывы, что вы думаете по этому поводу. Ой. Ну, а с вами, как всегда, была Мила со своими фантазиями. Вот. Так что, вот такие не могу налюбоваться, какие они все-таки, правда, как хрустальные. Можно побрызгать их лаком для волос, для того, чтобы закрепить. Вот. Ну, а на сегодня все. Делайте такие веточки, если нравится вам. И до скорой встречи, мои хорошие. Всем желаю здоровья, счастья и хорошего настроения. С вами, как всегда, была ваша Мила. Можно соединить вот таким образом. Так, вместе получится у нас вот тут на одной рукой так. В общем, вы поняли, да, если вместе соединить. Только, конечно, это надо лишнее срезать. Получится очень красивая вещь. Хрустальная, хрустальный цветочек. Ну все, мои хорошие, всем пока-пока. До скорой встречи. До скорых поделок. Или поделок-переделок. Вот. Так что творите, украшайте свой интерьер любимый. Пока-пока.